Здравствуйте. Сегодня мы читаем фрагменты из воспоминаний дочери самарского купца Василия Леонтьевича Прохорова, Марии Васильевны. Написанные больше 70 лет назад, эти воспоминания никогда полностью не публиковались. А жаль, потому что речь в них идет об очень интересных людях и событиях, которые разворачивались вот в этих домах, на этих самарских улицах. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».